для твоих стрел, стреляй! Повыше, чтобы я видел, куда стреляю. Стреляй на слух. Учись. Учусь. Как мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл. Thank you.
куда же мы теперь пойдем? Опять будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Пойдем.
Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Thank you.
Oh!
Может быть. Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. Помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Go!
Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К Черному Дыханию? Или тут еще дела остались? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Бедный Фафнер. От амбиций до алчности всего один шаг. Что приглянулось? Да, юноша. А, что-то еще? Ведь было что-то еще.
отец. Я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю. Свет у нас в Мидгард. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю. Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Ща все устроим.
чего нужно? Ну, еще что-нибудь? Ну и ладно, катитесь. Помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай.